Привет, народ, привет, YouTube, Глафира Абрамовна. Прежде всего, хочу отметить тех, кто мне присылает новые слова от Лены Хэппи. Большое, огромное вам спасибо. И ответить на вопрос, где же я так гуляю-то в страшных местах. Как уже Ильичева раньше говорила, письменно ответила на этот вопрос, отвечаю устно. Вот эта вот часть парка у нас цивилизованная. Там есть детские площадки, будет, наверное, опять кафе, карусели. Парк небольшой, парк городской. А вот эта часть парка, где я чаще всего хожу, грожусь с собакой, она не принадлежит никому. Точнее, она кому-то принадлежит. Но это были 90-е. Все выживали как могли. Приватизировали эту часть парка. И не могут найти концов, кто хозяин. И навести порядок там просто никто пока не собирается. А горки наши бывшие, американские, продают за 19 миллионов. Три раза ха-ха. Они вообще построены на очень неудачном месте. Все дело в том, что когда-то, в 40-е годы, это была территория болотистая. Тут недалеко река Самара. И вот это вот подземные воды, вот этот ландшафт, он создает много проблем. Видите, у нас там раскопали опять. Незаметно будет, наверное. Что-то роет метро. Что-то у них там опять какие-то проблемы. Да, здесь недалеко станция метро. Метро в Самаре не очень длинное, но уже начинает приносить свои плоды. Во всяком случае, до Волги доехать всего 20 минут. Итак, о чем же я сегодня хотела поговорить? А почему мы сплетничаем? Почему нам обязательно надо обсудить с другими, что мы услышали, что мы увидели, что мы обнаружили, что мы купили, что мы нашли? Даже интроверты, имея закрытый характер, предпочитаю тоже с кем-то обсудить какие-то новости. Многие называют это сплетнями, особенно когда мы говорим про блогеров. А вот, например, даже блогер Антон С. Антошка так и обращается. Приветствую вас на моем канале, дорогие мои сплетники. Ну, он обсуждает звезд. Мы же обсуждаем не звезд, но блогеров. Имеем на это право. Я уже рассказывала, что как конституционного порядка, так и простого житейского. Опять же, рубрика просто о сложном. Попытаюсь вам объяснить. В 60-е годы в Советском Союзе был, знаете, такой прорыв истинный, открытий и научных достижений, связанных с педагогикой и психологией. Как раз тогда стали внедрять новые знания, педагогический процесс. И имя того человека, который все объяснил, Петр Яковлевич Гальперин. Он создал теорию поэтапного усвоения умственных действий. То есть он объяснил, почему человеку необходимо и как работает этот механизм усвоения знаний, любых. Сначала мы знания получаем в виде информации, это первый этап. Она должна быть разносторонней, визуальной, наглядной, словесной, письменной. Известно, что есть из нас те, кто
лучше воспринимает на слух, а те, кто лучше воспринимает в виде текста. Тех, у кого больше развито графическое восприятие информации. Так вот, Петр Яковлевич Гальперин доказал, что сначала человеку надо получить некий объем информации. И для того, чтобы ее воспринять, должно пройти еще несколько этапов. Первый, наверное, самый главный этап – это переработка информации во внутренней речи, то есть самим собой. Очень многие из нас разговаривают сами с собой. Порой мы даже этого не замечаем. Внутренний такой диалог или монолог с самим собой – и это необходимый этап уточнения информации, которую ты получил. Возможно, что это звучит странно. Можно подумать, что у такого человека есть психическое заболевание. На самом деле это делают все. Внутри себя рассуждают, внутри себя говорят. Даже, например, вы смотрите кого-то или какой-то фильм, восклицаете там, ну как же так? Я не ожидал, что это будет вот так. Или как он мог с ней так поступить? Или что ты покупаешь, положи обратно. Это и есть этап внутренней речи. Затем все, что происходит, все, что нас потрясло, все, что нас заинтересовало, нам обязательно надо обсудить с другим. И это этап уже внешней речи. Желательно обсудить это в парах сначала, а потом уже с более большим коллективом. Например, я что-то узнаю и рассказываю подругам. Подруге одной, подруге другой. А потом выхожу на коллектив. К примеру, в Болото Хэппи или в какое-то еще сообщество. И высказываю там свое мнение. Так рождаются сплетни, как многие думают. Нет, это просто процесс коммуникации и процесс освоения знаний. По Петру Яковлевичу Гальперину. Наука. Ничего вы с этим не сделаете. Поэтому, если вы интересуетесь окружающим миром, интересуетесь, что происходит, вы обязательно будете участвовать в процессе коммуникации с другими. Вам это жизненно необходимо. А для чего? Для того, чтобы произошел процесс рефлексии. Ну или как у нас в универе учили, рефлексии. Рефлексия – это окончательное усвоение нового знания. Когда вы принимаете решение, что нужно вам оно или не нужно. Вот, например, блогер Елена Ильичева очень любит подзаменить. Да, еще на словаре мы остановимся ее. Подзаменить посуду. Посуду, какие-то там кофточки плохого качества, которые ей присылают на обзоры. Туфельки тоже не самого хорошего качества. Не то, что у нее нет денег, потому что она так привыкла. Вот заменить это вот основное действие. Меня вот эта подзамена удивляет всегда, потому что я приверженец классического стиля и считаю, что надо пользоваться вещью до тех пор, пока она не разрушилась, не сломалась. Я не вижу смысла поварёшки менять каждые полгода. И только лишь потому, что не подходит цвет. И вот в этой рефлексии вот ничего мне помогает, что да, действительно, не надо этого делать. Потому что это выглядит более чем глупо и странно. Или, например, вчера пошла Лена Хэппи в магазин. Конечно же, я осознала, что зря она берет салаты. Их можно прекрасно делать самим.
это будет в несколько раз дешевле и вкуснее, без всяких добавок. Да, трудно есть салатные листья, жевать, но можно. Не так это уж и сложно, как Лена нам показывает. Опять же, это рефлексия. Я для себя приняла решение, что готовые салаты по таким ценам. Я лично, несмотря на мою попытку там стремление к ЗОЖу, я лично не буду. Я буду делать все сама. Так же, как я делаю полуфабрикаты сама, вареники, пельмени. Так же, как я занимаюсь всем самостоятельно, по мере возможности. Это для меня рефлексия, принятие решения. Точно так же это происходит и в учебе, и в обыденной жизни, и в повседневных делах. Мы принимаем решение на основе того, что мы с кем-то это обсудили. Поэтому назвать это сплетнями нельзя. Это процесс коммуникации. Все с научной точки зрения. И, кстати, вот теория поэтапного формирования умственных действий в нашей стране не получила развития педагогики. Зато в зарубежных странах она стала использоваться как основа под их обучение проектное. Задавайте вопросы, если у вас таковые возникнут. Рассказывайте о вашем опыте рефлексии. Мне очень интересно, как на самом деле это происходит. Там обвинять, вот сплетники собрались. Нет, собрались те, кто принимает для себя решения. Те, кто делает выводы. Те, кто анализирует, а не бездумно живет. Всем огромный привет и пока. До скорых встреч.